Вот как раз показываем, как мы монтируем, устанавливаем вёртные петли по немецкой технологии. С внутренней стороны коробки у нас монтажная колодка. Мы ее прикручиваем шурупами. Петля вступает где-то 5 мм. Есть специальный регулировочный винт изнутри, который будет потом прикрыт уплотнителем. Олег как раз закрепил две монтажные колодки. Для таких дверей с фальцем предусмотрена специальная запорная планка с красивыми отверстиями. Радиус не грана, есть и ровная. Радиус соответствующий радиусу коробки. Уплотнение по всему периметру. Зазоры, 4-миллиметровые зазоры сверху и по бокам. Вот такие вот петли. Это рамная часть. И, Олег, а где эти дверные петли? Ну, найди там, да? Наверное, здесь мы взяли только 3. И вот эта вот дверная петля, дверная часть, которая крепится к самому полотну. В общем, все просто. Тефлоновая прокладка, так что петли не скрипят. И эта прокладка вечная практически. Если что, эти петли очень можно легко поменять на другой дизайн. А мы искали петли, вот они. Уже на коробке. Сейчас будем устанавливать коробку. Все, всем привет с Португалии.